Израиль отказался обслуживать самолеты белорусской авиакомпании «Белавия» в аэропорту Бен-Гурион, Тель-Авив. Об этом сегодня, 30 мая, сообщили в пресс-службе белорусской организации. Израиль потихоньку малыми темпами начинает душить Беларусь. Так что кто хотел лететь в Израиль отдыхать, пускай дома сидят. Сейчас еще проблемы с возвратом денег начнутся. Сомневаюсь, что купившим билеты наперед что-то вернут. С каждым днем обстановка все интереснее. По словам генерального директора «Белавия» Игоря Чергинца, на основании выданного разрешения авиакомпании начало продажи авиабилетов на новые рейсы, первый из которых был запланирован уже на 2 июня. Внезапное решение израильской стороны отменить прежние договоренности вызывает удивление, отметил он. Сообщается, что в связи с отказом Израиля авиакомпании вынуждена отменить все запланированные рейсы вплоть до конца летнего сезона 27 октября 2022 года. Напомним, в отношении Белавии действуют ограничения со стороны стран ЕС и США. Они связаны с майским инцидентом 2021 года, когда в Минске совершил экстренную посадку самолет компании Ryanair. Тогда был арестован белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, оставляйте комментарии. Для поддержки канала ссылки в описании.